Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. В преддверии Нового года мы все хотим выбрать такие подарки, которые принесут удачу и счастье нашим близким. Но далеко не все традиционные подарки несут позитивную энергетику. Поэтому мы решили рассказать о подарках с хорошими приметами. Друзья, не поленитесь подписаться и написать комментарий с вашей приметой из жизни. Порой бывает, что нам сложно передать свои чувства словами. В таких случаях на помощь приходят говорящие подарки. Говорящий подарок – это предмет, который уже содержит в себе нужное послание. Например, браслет с надписью «Я люблю тебя» или «Я рядом с тобой». Такой подарок не требует дополнительных объяснений. Он говорит сам за себя. Говорящие подарки могут быть отличным способом укрепить отношения с близкими людьми. Они помогают выразить свои чувства и показать, что вы действительно заботитесь о них. Браслеты с посланиями на азбуке Морзе – это новый тренд в мире подарков. Они становятся все более популярными, поскольку позволяют выразить свои чувства и мысли оригинальным и необычным способом. При выборе говорящего подарка важно учитывать отношения с человеком, которому вы его дарите. Подумайте, что ему будет приятно и что будет иметь для него особое значение. Например, если вы хотите выразить свою любовь и поддержку партнеру, то можно подарить ему браслет с надписью «Я люблю тебя» или «Я всегда буду рядом с тобой». Такой подарок будет напоминать ему о ваших чувствах и о том, что вы всегда рядом. Если вы хотите порадовать маму, то можно подарить ей браслет с ее именем или с надписью «Я люблю тебя, мама». Такой подарок будет выражать вашу любовь и благодарность за все, что она для вас сделала. Скатерть на стол – это символ достатка и благополучия. Она не только украсит дом, но и сплотит вашу семью. Кошелек из натуральной кожи красного цвета – это символ прибыли и богатства. Но чтобы он действительно сработал, в него нужно положить любую монетку или купюру. Мед – это символ достатка и плодородия. Валенок считается символом благополучия и достатка, поэтому подарить его – это значит пожелать человеку всего самого хорошего. А хочешь, чтобы судьба тебя одарила, то подставь ей валенок. Подушки, но только парные. Это символ любви и гармонии в отношениях. Их можно подарить как супругам, так и влюбленным. Браслет – это символ защиты и успеха. Его можно подарить как мужчине, так и женщине. Покрывало – это символ домашнего уюта и тепла. Оно может стать хорошим подарком для друзей или родственников, которые недавно переехали в новый дом. Принадлежности для душа – сауны, как это символ чистоты и свежести. Они могут стать хорошим подарком для тех, кто любит ухаживать за собой. Обувь – символ движения вперед и новых возможностей. Ее можно подарить как мужчине, так и женщине. Шкатулка – символ тайны секретов, дарит к длительным отношениям. Она может стать хорошим подарком для близкого человека, которому вы хотите что-то рассказать, но не знаете как. Ковер или коврик – символ гостеприимства, уюта и тепла в доме, дарит к дружбе, к хорошим взаимоотношениям. Он может стать хорошим подарком для друзей или родственников, которые любят принимать гостей. Рамки для фотографий – это символ памяти и традиции. Они могут стать хорошим подарком для тех, кто любит хранить воспоминания. Выбирая подарок на Новый год, учитывайте не только его практичность и красоту, но и его символическое значение. Ведь хороший подарок может не только порадовать человека, но и принести ему удачу и счастье. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь по ссылке в описании.